Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как правильно носить кольца. Привлеки в свою жизнь удачу и изобилие. Кольцо – это отличный аксессуар, который может дополнить образ любой модницы или модника. Оно является не только украшением, но и древнейшим амулетом человечества, помогая защититься от негативного влияния. Все наше тело пронизано меридианами, а энергия, которая по ним двигается, попадает к нам через конечности. Кольца на руках защищают нас от непрошенной энергии. Специалисты по астрологии и хиромантии утверждают, что каждый палец связан с определенной планетой. Если надеть кольцо на нужный палец, оно будет помогать тебе обрести то, чего ты желаешь. Надев кольцо на указательный палец, ты активируешь Юпитер. Он отвечает за власть. При этом человек становится более уверенным в себе и целеустремленным. Также Юпитер – планета удачи, оптимизма, успеха и щедрости. Средний палец – планета Сатурн и стихия Земли, отвечает за родовую память. На среднем пальце носи кольцо, которое достаточно досталось тебе по наследству. Кольцо на нем делает человека духовно сильнее. Чтобы активировать стихию воздуха, планета Солнце, надень кольцо на безымянный палец. Это подарит вдохновение и повысит творческий потенциал. Если носить кольцо, подаренное близким человеком, на безымянном пальце, это поможет улучшить личные отношения. Кольцо на мизинце отвечает за стихию воды. Планета Меркурий – это символ независимости человека или же стремления к этому положению. Также Меркурий способствует умственной деятельности и улучшает интеллектуальную энергию. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.